Всем привет! Начинаю снимать новый влог. Сегодня я приехала в ботанический сад. Здесь Богатем. Несколько раз мы уже были здесь, приезжали. И здесь вот на входе сразу такой мини-памятник. Кто это? Вот имя. Годы жизни. Это Хосе Селестино Муртис, здесь его годы жизни. Он медик, написано ботаник, математик, математико, доценте. Доценте – это профессор и географ. Вот такой памятник. А здесь еще памятник международному дню туризма и от министерства национального министерства полиции Колумбии. Дата. Здесь вот касса, и сюда вот мы уже будем заходить сейчас. Вот билетик я уже купила. Porque lo que se quería hacer era más como, pues no sé, que el perfil de Instagram pues estuviera más enfocado como a las artes. Sí, sí, sí. Como otro tema. Está muy chévere acá. Es hermoso. Mm. Mira, podríamos, no sé, tú trajiste tapete. ¿Tera? Ese árbol, ¿no? Yo este fondo es espectacular. Outfit номер 2. И будем снимать сейчас продолжение фотосессии возле этого дерева. Фотки будут готовы через неделю, но вот что получилось более-менее. Угу. Класс. Супер. Muchas gracias, Dalin. Me encanta este parque. Este parque tranquilo. Se siente súper. Súper, sí. Sí, porque está, estado también como lloviznando ocasionalmente, entonces eso sí se tira todo. ¿Y esas fotos de Cata y de Alejandra, cuándo las tomaste en enero? Eso las tomé también como en enero, sí. Sí, al comienzo de año hice acá, varios. ¿También? Sí, yo hice como casi como unos 5 pomodoros. ¿Pero no es lo mismo? En ruso, tomate es pomidor, lo mismo. Sí. ¿No, no es lo mismo con tomate? ¿Sí? Sí, tomate, pero... Ay, no, no, espera, tomate pomodoro no. ¿Es lo mismo? Tomate pomodoro es carísimo acá. O sea, tú lo puedes importar, pero se te sale carísimo. ¿Pero dónde lo consigues, entonces? En charcuterías, en Pomona, hay cosas así. Son latas, pero es que no consigues el tomate, ¿verdad? ¿No? Saborizantes artificiales. Sí. Ni caldo de gallina, ni nada de esas cosas. Ah. Todos los sabores los sacamos así con los vegetales. Ah, claro. Tenemos que seleccionar súper bien los vegetales. ¿Y dónde hacen mercado? Nosotros, ahí en la plaza cerca de la casa hay uno
Y hay varios viveros en la casa que tienen como buenos mercados. Uh-huh. Es un poquito más caro. Sí, que por ejemplo, es más caro que donde, que en Palo Quemado. Claro. Allá no van a mercar, claro. Muy lejos. Pues es que si tuviéramos carro iríamos. ¿Eh? Ah, ¿no? Bueno, no. Dos no mandas. No. O sea, si tú me dices para Pablo, para ti la niña, pues obvio que sí. Вкусный завтрак, кофе с молоком без сахара, смузи полезный зеленый с ананасом, апельсиновый сок, шпинат. А вот Соня тоже завтракает здесь. Яйцо, бутерброд с рыбой и клубника. И вот книга, хочу почитать сейчас «Йога Нидра». Продолжаю чтение. Ты сняла, а я уже все схрумкала. Уже все съела. Здесь у меня батарейки лежат, которые использованы на весах, на кухне. У меня батарейки вышли, как бы строя заменила. И еще откуда-то, не помню. В общем, специальное есть место в супермаркетах. Такая, короче, ну, типа урна, да, куда именно выбрасываются батарейки. В обычную мусорку нельзя их выбрасывать. Поэтому они здесь лежат. Сегодня пойду, скорее всего, в магазин и отнести, не забыть, чтобы не забыть, положила сюда батарейки. Я думала, что эти батарейки идут в больших бутылках. Приятного аппетита нам. Вкусненько. Вкусненько. Смузи пьешь ты, Соня? Угу. Вкусно? Ага. Здорово. Всем привет. У нас вторник сегодня, 15 августа. Я приехала на йогу, на индивидуальное занятие рано, получается, в 3 часа занятия дня, а приехала 2:30 сейчас, ну, уже 40 минут. Сейчас уже пойду. И здесь вот в парке такое солнышко припекает прям сильную. Греюсь, сейчас сниму куртку, потому что жарко. Здесь такой классный парк современный. И табличка, как называются все эти, ну, не знаю, как даже назвать, качели, да, разные, на английском языке, не на испанском, а на английском. Написано, что парк от 0 до 12 лет только. Только до 12 лет. Лодка такая, вот такая качеля. Сейчас Соня каталась. Привет. Привет. Все, пойдем, Сонечка? Нет. Пойдем, у меня уже урок. Сейчас. Вот эта качеля классная, да? Тебе понравилась? Пойдем на воды попей, это жарко так сильно. Солнце такое сильное сейчас было. Всем привет! Сегодня у нас четверг, 17 августа. И в полдень были сильные толчки, землетрясения.
Вот все практически вышли из своих домов, испугались, вот из квартир. Трясло достаточно сильно, причем мы зашли домой и повторились толчки, и сирены были включены. Сирены, наверное, не знаю, 30 минут. Такой устрашающий звук. Вот, поэтому сегодня такой какой-то не очень день. В полдень, в 12 дня у нас были толчки достаточно сильные. 5,9 баллов. Вот, и сейчас у нас уже 3 часа дня где-то. И классная погода сегодня. Не сильно холодно, и дождя вроде бы нет. Надеюсь, и не будет до вечера уже дождя. Гуляю в парке. Суббота, и в парке у нас проходит ярмарка какая-то вот здесь, в этой стороне парка. А эта вся часть парка получается свободна. Вот кто что, кто чем занимается. Футбол. Пару групп запускают. Смотрю, вот воздушный змей. Йогу я только что закончила занятие. И вот тай-чи. С энергией связана практика. Вот учитель тоже проводит занятия. Супер. Сегодня классная погода, не сильно холодно было и не сильно солнце, не сильное такое, вот достаточно облачное небо, погода. Не знаю, может даже будет дождь попозже. Садись, я покатаю тебя. Осторожно, Сонечка. Садись, покатать тебя на карусели. Держись. Соня, осторожно, ладно? Соня, осторожно. А ты, кажется, не ваен на escribir nada. Por ejemplo, у него одна колбаска, она одна печенька. И одна печенька. И
добавлю три еще получается 4. Математику? Да, вкусная математика. Вкусная математика? Да. Гуляем с тортиком. Сегодня воскресенье. Приветушки. У меня будет такая школа. Сюда встань. У меня такая школа будет. Ну, школа. И там будет очень красиво, свежий воздух. Прям вот где-то тут, в этом парке. Школа для кого? Гуардерия. Гуардерия де перрус? Ну, гуардерия, ну. Просто школа, да? Да, школа. И там будет на испанском. Тут же Колумбия. На испанском надо? Соня выдумывает разные проекты. Проекты у нее. Ой, смотри, вот это дерево высохло и упало. К сожалению. А тут это... Тут эти желтые юбочки. Желтые цветочки. Это дерево с желтыми цветочками. Да. Вроде недавно оно было нормально еще. Цвело. Желтые такие были цветочки, да? Да. И все. Ну, видишь? Потому что вот тут много деревьев. В общем, да, у Сони идея школа для собак. Ну да, я хочу такой. Просторный большой домик, и я хочу так, там будет наш банка. Ну почему? И я хочу мой собственный канал. На русском? Да. У тебя на испанском же есть канал. Ой. Кто не знает, у Сони есть на испанском канал, где почти, ну не почти, а уже 9000 подписчиков. Большой канал. Вот, и там иногда периодически выходят видео Сонечкины. Недавно вышел рецепт. Пирог сама ты готовила. Да. Слив. Вкусный. Подписывайтесь на ее канал. Pequeñas Personitas называется на испанском. О, да, а давайте. Красивый, да? Да, и какие-то цветочки. Крупные розы такие. Давай купим вот эти. Сейчас посмотрим, кто посмотрит.